Аким Маматы Бакыджан Сагынтаев сегодня провел совещание в городском филиале партии Нур Отан. На заседании обсудили вопросы партийной перезагрузки, проводимой по поручению Нурсултана Назарбаева. В мероприятии приняли участие члены политсовета, депутаты, руководители районных филиалов партии, а также члены Общественного совета по противодействию коррупции и контрольно-ревизионной комиссии. Глава мегаполиса напомнил, что 25 ноября Елбасы провел встречу с представителями региональных филиалов. Тогда подняли важные вопросы формирования ядерного электората, проведения праймерис, реализации партийных проектов, усиления роли маслихатов и активизации работы депутатских фракций. Городским филиалом партии проводится системная работа по перезагрузке ежемесячно. Мы с вами проводим аппаратное совещание, приемы граждан, осматриваем актуальные вопросы, поднимаемые населением. Также активная работа проводится первичными партийными организациями и молодежным крылом ЖАС Отан. В том числе на совещании с Елбасы была отмечена работа консультативных центров, которые мы создали в 8 районах, в местах массового посещения людей. О проводимой работе подробно рассказал первый заместитель председателя городского филиала партии Нур Отан. Станислав Конкуров отметил, что за последние 3 месяца в общественную приемную поступило свыше 4000 обращений. По сравнению с прошлым годом, эта цифра выросла в 1,5 раза. В городе также действует мобильный пункт помощи населению. В рамках данной услуги представители региональных филиалов Нур Отан проводят еженедельный прием жителей в местах массового скопления людей. Помимо этого, в ходе встречи заслушали доклады о работе городского маслихата, депутатской фракции и первичных партийных организаций. Мы приняли активное участие и поддержали проект «Бахт Отбасы». На счет фонда депутаты из личных средств направили более 60 миллионов тенге. Также была оказана спонсорская помощь в размере 37 миллионов тенге пострадавшим жителям города Арыс.